З нами Юрій Романенко, співзасновник Українського інституту майбутнього, директор програм міжнародної і внутрішньої політики інституту. Отже, пан Юрій сказав, що наше будущее дуже печальне. Ні, я сказав, ну, туманно, і, ну, так. Фактори, які його роблять печальним, вони нікуди не зникли. От, звідки, можна говорити вічно. Звідки та молода поросль візьметься? Дуже серйозне питання. Тому що, от як я з експертами спілкуюся, всі кажуть, в інтелектуальному плані і в освіті, ну от в інтелектуальному плані Україна злиденна країна. Коли за всіма рейтингами, до речі, освітянськими, ми так досить високо. Це все чуже. Ці всі освітянські рейтинги, це чуж, точно так же, як і багато взагалі рейтингів, в яких ми там появляємося, це чуж, тому що вони строяться по якимось формальним критеріям. Поэтому, с одной стороны, я соглашусь, да, действительно, мы с точки зрения интеллектуального уровня сегодня очень серьезно упали и продолжаем падать. И это я сужу по институту, вот как раз мы в перерыве говорили, мы сейчас ищем два экономических аналитика к нам в институт, и ну, это просто проблема огромная, поскольку людей с хорошим уровнем практически невозможно найти. Но есть большой пласт людей, которые себя реализовали в бизнесе, и не только в бизнесе, в нулевые, в десятые, и это вот то поколение, относятся они к тому поколению X, о котором я писал еще в 2007 году, как раз вот 10 лет назад. Это люди, родившиеся в конце 70-х, 80-е годы. Вот Буткевич сегодня на Эспрессо тоже хорошую статью на этот счет выдал. Так вот, этих людей, которые могут быть, стать элитой, а сегодня являются контр-элитой, их и нужно черпать оттуда. И опять-таки, я на днях разговаривал с представителями международных организаций, и вот они мне тоже ставили этот же вопрос, что мы, говорят, мы не понимаем, мы сами встречаемся с огромным количеством очень умных, состоявшихся людей, которые прекрасно все создают, у которых есть прекрасная история личного успеха, но мы не можем понять, почему не появляются политические организации, которые бы решили вопрос модернизации Украины. Поэтому на этот вопрос нам всем придется отвечать вместе, всем людям, которые думают правильно, которые думают шире, чем свой карман и шире, чем свой узкий корпоративный либо социально-групповой интерес. И, ну, я считаю, что в конечном итоге мы на какую, если даже не получится на территории всей Украины, но на какой-то части территории получится, какой получится прорыв. Вот вы дуже цікаву думку сказали про частину території. Тобто ви що, передбачаєте, що Україна може почати фрагментуватися, да. Що от десь оці люди згуртуються? Да, к сожалению, эта угроза никуда не делась, потому что не решен ни один ключевой вопрос, который нас толкнул в революционную ситуацию 2013-2014 годов. Есть фактор внешней угрозы, есть фактор озлобления масс, есть фактор недовольства властью, как бы фактор легитимности и уровень легитимности я приводил выше. Поэтому, ну, все это как бы, ну, должно нас заставить задуматься. Я вот как раз на Фейсбуке перед тем, как сюда ехать, я закинул там отрывок своего текста, который несколько дней назад написал. И я говорю о том, что на самом деле все, что с нами происходит, мы можем посмотреть в нашей истории. И именно то, что мы до сегодняшнего момента формально подходим к изучению нашей истории, не осмыслили те ошибки, которые привели нас к множеству падений, заставляют нас делать очередные ошибки. Ну, например, в 18 году, почему вот все с пафосом говорят, там, в очередную годовщину крут, вот каждый год у нас выезжают там какие-то митці, выезжают там президент, вшановують, расповедают, какие были герои, что вот несколько сот человек, которые... Зупинили Муравьевские орды, так. А почему никто не задался вопросом, а почему всего несколько сот человек? Почему 40-миллионная страна, которая тогда была Украина, смогла выставить всего лишь несколько сот человек? Не 2000, не 5000, не несколько десятков тысяч. Тем более, что на территории Украины, еще когда существовала Российская империя, в составе тех фронтов, которые воевали с немцами, с Австро-Венгрией, находилось более миллиона украинцев, даже 2 миллиона, насколько я помню. Ну, и Скоропадский предлагал создать армию, там, и Центральная Рада, все эти процессы затормозила из-за того, что находилась в иллюзорных мечтах относительно всеобщего братства, которое вот-вот настанет. Так вот, пока мы не поймем, почему под крутами мы всего лишь выставили 200 человек, мы будем сталкиваться с ситуациями, не дай бог, когда где-то за Оболонью там, или за, вот, за Дарницей опять загрохочут пушки,
і у нас опять буде 200 чоловік, які там ляжуть костьми. Ну, це питання не лише ти ставиш, не хто інший, як Олександр Вертинський, але трішки з іншого приводу. А може є версія, що і з цього приводу, пам'ятаєш, писав, співав точніше, що в бездарній країні навіть світлі подвиги – це тільки ступені без... конечні пропасті к недоступній весні. Він теж говорив про хлопців, які там, це здається, юнкера були, правда, але там інша ситуація, так якось воно в нас повторюється, дивно. Але от якщо тоді ми будували, могли б збудувати національну державу, то зараз перед нами якісь буквально цивілізаційні виклики. Так проблема зараз, ця проблема ускладнюється тим, що у всьому світі постає питання, нового цивілізаційного проєкту. Тобто, тоді українцям треба замахуватися на більш широкий. Тобто, дивитися на Україну вже не в контексті Україна, Росія, Європа, конечно, а в контексті України як частини світу. Ну, звісно. Світу, який він там плаский уже, чи куди, перед яким стоїть енергетична проблема, перед яким стоїть екологічна проблема, перед яким стоїть питання, ще сотня питань, як от бути з оцим інтелектом штучним і так далі. Так точно було, точно так же було і тоді, в 18-19 годах. Іменно непонимання вот этого широкого цивілізаційного контексту, непонимання, яку гру грає Антанта, яку гру грають немці, яку гру грають русські, що собою представляли большевики там, да, які на самом деле оседлали, как бы, запустили волну левых как бы движений всех, и которые в тот момент они были передовыми, да, потому что они по сути позволили сформировать в Западной Европе социал-демократию в том формате, в котором она просуществовала почти век и является очень привлекательной для украинцев. Ведь все это государство welfare state, оно именно корнями вот из этой эпохи. Так вот, именно вот это все непонимание, вот эта мелкотравчатость, вот эта мелочность, вот эта жадность, набивание карманами с последнего, вот оно привело тогда к катастрофе. И сегодня точно такая же ситуация. Ведь когда, ну, нам уже открытым текстом говорят, ребята, ну, мы не хотим, хватит нас доить, давайте делайте там что-то сами, мы не будем вам помогать, потому что эти деньги уходят в трубу. А мы, как наркоманы, сидим на этой игле МВФа, там, либо кредитных каких-то подачек со стороны штата, там или Европы, и говорим, ну мы ж такие добрые, мы ж такие демократы, там, и мы защищаем у вас вид России, да, ну и всем на самом деле как бы на это по большому счету наплевать, они сами прекрасно знают, что их и кто защищает, то есть на нас смотрят, просто вот барахтается там что какое-то недоразумение с 91 года, которое так и не перестало быть недоразумением, потому что, извините, за 25 лет Ли Кван Ю, тот же самый, царство ему небесное, это вспоминаем так часто, он создал, ну, полноценное нормальное государство. Южная Корея то же самое с какого они там 62 года, когда осуществили переворот военный. Они за 20 лет выскочили вперед. Южная Корея за 15 лет увеличила свой ВВП в 22 раза. Вот. Поэтому, ребята, ну уже пора взрослеть. А мы не хотим взрослеть, ну, как минимум столетия, когда у нас был первый шанс полноценный выпрыгнуть из коротких штанишек и получить свое государство. И мы, ну, все пока что указывает на то, что мы можем и этот шанс пропустить, если не сказать жестче. Ну, вот про дорослішання. Взагалі загинув представник ОБСЄ, і так всі співчувають, і Порошенко співчуває, але щодня гинуть наші солдати, і ми навіть їхніх імен не знаємо. Чудова стаття Валентина Бушанського вийшла недавно, він багато, правда, там філософів цитував, але він запитує, а от як же ж так, а ми навіть тих імен, ми про цих людей взагалі не знаємо, ми реально і знати про них не хочемо. От те, що Україна 3 роки вже в стані війни, але насправді суспільство не хоче визнавати цього. Це теж інфантилізм. Да, это тоже инфантилизм. А с одной стороны, это психологическая реакция, когда у тебя ты находишься в состоянии стресса, то ты хочешь вынести стресс за пределы твоего как бы сознания, да? И ты инстинктивно закрываешь все шоры психологические при поступлении вот такой вот информации. Но год назад мы провели социологическое исследование, вот чуть меньше года назад, Украинский институт будущего в конце мая, и мы ставили вопросы в том числе относительно восприятия войны. И мы задали вопрос относительно того, как изменилась ваша жизнь.
за вот эти вот два года, которые в тот момент, когда мы проводили опрос. Так вот, 50% сказали, что никак не изменилось. Они не ощущали войны и не ощущали каких-то значительных перемен. Еще там процентов 25 сказали, что изменилось там в меньшей, ну, в какой-то степени изменилось, но не настолько. Поэтому, ну, в общем-то, это же и солдаты фиксируют, и все люди, которые были там на передовой, в районе передовой, вот этот вот сюр, который возникает, там, даже если ты приезжаешь в Харьков или приезжаешь в Днепропетровск, и вроде там в 200 километрах от тебя идут боевые столкновения, а тут люди гуляют, и может быть, это тоже неплохо, с одной стороны, потому что те люди, которые сражаются за Украину, они сражаются за то, чтобы страна жила нормальной, полноценной жизнью. Но трагедия, на мой взгляд, заключается в том, истинная трагедия этой ситуации, что за эти три года мы по-прежнему находимся в таком же раздробленном, жидком, полужидком состоянии, такой геополитической амебы, которую размазывают все, кому не лень. И мы организационно не укрепили свои тылы. Потому что, ну, если вспомнить там ситуацию с Великобританией в ходе Второй мировой войны, либо даже с Советским Союзом, то, ну, Совок за три года он новую промышленность фактически создал. И Великобритания тоже перестроилась. То есть все перестраивались. Все, кто хотели выжить, они перестраивались. Поэтому, когда сейчас наши власть придержащие задают вопрос относительно, говорят, вот скоро там угроза широкомасштабного наступления со стороны России, там вот Турчинов недавно заявил, президент это говорит, ну все, на самом деле все говорят на протяжении трех лет, все ключевые чиновники. Ну, сразу возникает логичный вопрос. Ну, хорошо, мы понимаем, что Россия является враждебным в отношении нас государством, и мы понимаем, что вопрос агрессии никуда не девается. Но что было сделано для того, чтобы нивелировать эту агрессию, кроме громких таких сильних зойків відносно того, що зрада зараз на нас призапущена? Найяскравіше тут питання навіть не про те, що не перенесли заводи, да, які виробляють зброю на захід України, а те, що елементарного не зробили в плані енергетичної безпеки. Ми ж залежні ж. Да ні, во всіх планах. Ну, я вас умоляю, ми покупаємо Енергоатом покупають топливо ядерне у росіян, ну, по-прежньому. Ми покупаємо уголь оттуда, ми покупаємо газ. Ну, зачем говорити, що це європейський газ, якщо ми всі знаємо, що це русський газ, який доходить там до Венгрії, до Словакії, а потім реверсом возвращається назад. Вот. Тобто ми повністю далі залежимо. Но даже в таких мелочах, например, как бомбоубежище ближайшее, которое вы знаете, вот где вот возле вашего этого радио находится ближайшее бомбоубежище. Вот завтра полетят эти русские самолеты, там, да, Киев бомбили. А 4-4. Вы, Юрий, знаете, где там у вас біля Института украинского майбутнього? Понятия не имею, да. Я вот коли в школе навчався, я знав, де біля моєї школи бомбосховище. Мені показували, нас туди водили не раз. Так. Я с фонарем Ми его... дуже добре це знали. Я с фонарем его ходил, искал. Думаю, где же это бомбоубежище, как бы, да? Нет бомбоубежища, поэтому это все выглядит, знаете, гротескно, сюрреалистично, но при этом печально, поскольку пока мы не переведем себя в состояние собранности, как бы в состояние конфликта, который соответствует нашему вот сегодняшнему положению, до этого момента наши перспективы будут туманны, вот и все. Ну так, в расслабленном, таком спокойном стане говорить, ой, мы тут такое серьезное что-то робимо, ну это как-то не совпадает. Пассажиры Титаника, которые сидят, вот Титаник уже ударился, да, как бы в этот. А они такие сидят, курят, даже шлюпок не спускают. Такие смотрят, интересные такие рассуждения, знаете, в кают-компаниях. Интересно, а чем это закончится? А вдруг, может быть, что-то доплывет, а вдруг... И никто не шевелится вообще. Чи довго людина тоне в температуре 3-5 градусов? Да, только там самые такие ушлые... 5 хвилин чи 30. Да, только самые ушлые там тихонечко садятся на шлюпочки, там и отгребают. Кто в Польшу, кто в Словакию, кто куда-то подальше. Юр, про Трампа згадаємо. Обов'язково. От ми говорили про те, що по суті у нас проблеми ті, що у всього світу. Тому що от ця проблема цивілізаційна, вона позначається на тих конфліктах, які зараз розгораються. От ти говорив, що Трамп так хотів одразу все змінити, але там завадили інститути, і він почав діяти на міжнародній арені, щоб показати, що він сильний хлопець. Але він же не випадково почав діяти на міжнародній арені. Ну, звісно. І всі оці конфлікти, вони пов'язані з тією проблемою, яка зараз перед світом стоїть. Енергетична проблема не вирішена, екологічна не вирішена, людей занадто багато, ще сотня проблем, зменшується ресурсна база. А як далі бути? Цього ніхто не знає. Правильно. Поэтому в этой ситуации всегда
все сражаются против всех, и каждый сам за себя. Каждый, что Трамп говорит Европе? Он говорит Европе: слушайте, у вас там проблемы, эти все беженцы всякие там лезут из арабского этого Магриба, там, да, поэтому вы давайте скидывайтесь и тратьте больше на НАТО, потому что мы тратиться больше не будем. Мы наоборот вот проводим секвестр, они же не только Украине обрезали те там 300 с лишним миллионов, они обрезают вообще всем третьим, вторым площадкам, которые для них не так важны. За некоторыми исключениями, там типа Израиля, они все режут и не заморачиваются, потому что у них реальный бюджетный кризис, у них реальные проблемы, и мы должны понимать, что Штаты действительно мощная держава, действительно примус интер парес, первая среди равных, но тем не менее она осознает эти проблемы и пытается их в каком-то более-менее осязаемом ключе решить. Ну, например, там, мы видим, как создаются эти все новые технологии, которые запускают новые формы организации, Uber, Elon Musk, электромобили, все это проявление, как бы вот этого вот креативного подхода, присущего как бы вообще американской культуре и американской, может быть, даже цивилизации, можно ее назвать. Но другие тоже ищут такие пути, и Китай ищет, и Россия в какой-то степени пытается как бы там что-то какими-то ошметками своей науки, ошметками своего государства пытается как-то выбраться из этой ситуации. Поэтому вот неосознание этого, неосознание того, что вы находитесь in the storm, в шторме, как бы, да, что вы в очень утлой лодке, которую вы сами же пилите, вот помните, это известная картинка, когда лодка, там все ее пилят. А они пыляют. Да. Ну, это самоубийство, просто в чистом виде, знаете, причем это самоубийство в духе Кустурицы такое, это вот эти вот веселые фильмы про Балканы, только здесь мы сами являемся актерами, и это такой самый веселый, может быть, один из самых веселых в истории коллапсов, как бы, да. Также життя як чудо, андеграунд. Да. Але от до чого все йде? До того, що будуть території більш стабільні, але будуть території величезні, території нестабільні. От, це ми говоримо об Україні, чи це ми говоримо про світ? По Америці, так, да, що от зараз там Сирія, території, які контролює ІДІЛ, там ми ще не знаємо, де можуть виникнути усілякі такі заворушення. Да. От, ну, Єгипет ми не можемо, Північну Африку ми не можемо стабільними територіями назвати. Тобто, от ці тенденції будуть підсилюватися? Є такий американський, значить, полковник, по-моєму, воєнно-морського флоту Штата, може, він зараз вже повисився, він ще в 2000, по-моєму, 2003 году написав таку велику статтю, дуже цікаву, суть якої заключалась в тому, що он выделил мир на две территории условных. Первое — это территории стабильные, и второе — то, что называется hole, дыра. Mm-hmm. Вот. И вот эта вот дыра, она такая в центре как бы мировой карты. Африка, как бы, та, с заползанием на Ближний Восток, заползанием в Центральную Азию. Вот. И она идет туда, в Латинскую Америку. Вот эта дыра, она сейчас расширяется. Она пульсирует, точно так же, как туберкульозная вот эта дырка, она, если ее не лечить, не... Ну, коли ти про човен почав говорити, якось мені то спало на думку, що Україна на цю територію може. Так от, коли він рисував, ми не були в дирі. Тож, якби, от, по його мнению, ми не були в дирі. Сьогодні ми в дирі. Точнее говоря, мы близко к тому, чтобы оказаться в дыре. Потому что, хотя государства уже как такового нет, давайте назвать вещи своими именами. Государства как такового нет. Оно не выполняет, оно не способно выполнить ни одну из своих базовых функций. Функцию безопасности не выполняет. Функцию арбитража не выполняет. Функцию стратегирования не выполняет. Функцию обеспечения какими-то ресурсами наименее защищенной группы не выполняет. Оно не может эти ресурсы мобилизировать. Мы даже не можем провести перепись населения, потому что власть поддержащие боятся это сделать. Вчера Розенко сказал о том, что миллиард гривен для этого понадобится, с таким как бы намеком, что типа, ну, миллиард гривен — это ж много, как бы, дорогие мои. Но миллиард гривен, который мы потратим на перепись населения, позволит нам сэкономить десятки миллиардов, потому что окажется, что у нас не 45 миллионов, там, как они говорят, а 35 или 38 в лучшем случае. Потому что после потери 5 миллионов населения на оккупированных территориях, плюс нескольких миллионов, которые сбежали за границу мигрантами, плюс реально высокая смертность,
смертность, когда у нас там индекс фертильности 1,3, 1,4, то есть меньше воспроизводства, то, ну, конечно, мы без войны мы потеряли за эти 25 лет около 15 миллионов населения. Легко могли потерять. Поэтому до того момента, пока мы не изучим сами себя, не изучим свои хищные порывы и инфантильные порывы, мы ничего не сможем сделать, потому что трудно будет найти аргументы для того, чтобы убедить хотя бы даже самых умных. Потому что, убедив самых умных и таких наиболее активных, можно потом будет организовать всех остальных. Поэтому мы создали Институт будущего. Это была реклама. Да, мы создали Институт будущего для того, чтобы разобраться, кто мы есть на самом деле. Как Хантингтон написал там целую книгу «Who we are» про Америку, где он рассказывал об изменении социальной структуры американского общества, и он ставил ключевой вопрос, потому что вопрос идентичности, он оказался ключевым на этих выборах. Юрій, ну раз ми є така велика країна, найбільша в Європі, там 50 мільйонів колись тут жило, і не випадково от в таких саме кордонах, то це питання дуже серйозне. Воно сталося не випадково. Оно сталося не випадково, но оно точно так же не випадково і може исчезнути, это територіальне образування, як маса територіальних образований і не состоявшихся народів в мировій історії исчезли. Поэтому пока мы не осознаем вот этот уровень угрозы, что все стало подвижным, что, ну, смотрите, ну, кто в Украине сегодня рассуждает об искусственном интеллекте, который может вообще убить человеческую цивилизацию? Я не говорю даже о более... Я про это сгадываю вдвичь. Я не говорю даже о более примитивном, примитивной трактовке, что он просто заберет работу. Вот я, например, сейчас читаю книгу такого американского автора Форда, «Роботы наступают» называется. Ну, вона є українською мовою. Створить якусь технологию, яка всіх нагодує. І що будемо робити ми своїми чорнозами? Так вот, он поднимает очень простые вопросы. Например, вы знаете, что роботы уже выполняют функцию вот этих вот людей, которые работают в Макдональдсе. То есть гамбургеры собирают и все остальное. Скоро будут все таксистами, лікувати будуть. Юрій, будемо завершувати. Даже таксисты не нужны. Вот что тоді робити? Всі будуть займатися вільним мистецтвом. Правильно. Поэтому возникает вопрос, что такое человек будет в следующие несколько десятилетий? І цей вопрос буде на всіх поджимати. Співзасновник Українського інституту майбутнього. Дякую, пане Юрію. Спасибо. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі. Молодцими.